Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Hi everyone, my name is Agassi, and today I want to show you 2+1 in Tosmur district for seaside. Сегодня хочу вам показать 2+1 под ключ. Подходит под ВНЖ. Можно указать 200 тысяч долларов ТАПУ. Видовая квартира. Западная сторона. Видит горы. Mountain view and seaside view. Sea view. And крепость Алания также видна. Алания Castle. Первый балкон. Есть подземный переход прямо к песчаному пляжу. Sand beach here. Underground way. You take for this flat permission. И комет. Так, вот такая квартира. Цена квартиры, сразу говорю, 185 тысяч евро. Price was for this flat 185,000 евро. Айдат 900 лира. Айдат 900 лир. Вот. Где-то здесь 100 квадратных метров полезная площадь. Минимум 100 метров квадратных нет. From wall to wall. With furniture. Здесь хорошая прихожая, коридорчик такой, вход. Первая спальня. First bedroom. This second balcony. Underground Migros Market. Снизу сеть магазинов Migros, Shock, Beam, ресторан рядом, почта рядом. Вот. Here Diamond Hotel. Restaurants, fish restaurants, да, за рыбный ресторан есть, пицца и тому подобное. Хорошая локация. Super location for Tosmur district. One bathroom only. Накопительная система фирмы Баймак. Siemens стиральная машинка. Есть бассейн. Have only swimming pool in this residence. И вот это вторая спальня. Тоже такая вот. Second bedroom. Have auto park, parking place. Есть парковочные места и бассейн впереди проекта. На этаже 5 квартир. On the floor 5 flats. One elevator. И здесь у нас лесенки. For 6-7 person. Проект был сдан в 2008-2009 годах. Я сам проживаю в этом районе, хорошая локация, прям песчаный пляж, там 50-70 метров между ними. Ну, все, что нужно для жизни, совсем рядом, 10-20-30 метров в шаговой доступности. Сейчас покажу вам бассейн, и как раз подходит под вид на жительство. Снизу есть также кладовки, куда можно поставить ненужные вещи, а также велосипеды поставить тут. С первого этажа выходим к бассейну. Бассейн как бы наверху. Лесенка тут. Вот такой бассейн. Людей не будем снимать. Здесь лифт приходит сюда, тут лестники, и спускаетесь к бассейну. Здесь вход в здание. У меня есть варианты и подешевле, за 100, 105, 107, 110, под ВНЖ. Есть такие варианты. Тут нужно спуститься
парковочные места. Работаю по запросу. На данный момент у меня запрос и еще под ВНЖ квартира, а также под гражданство. Сворачиваем туда, 50 метров, подземный переход, песчаный пляж района ТОС. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии, оцениваем эту квартиру. Всем пока-пока.